Дорогие друзья, вот я прощаюсь с городом Батуми, страна Грузия. Очень красивый город Батуми, вокруг берега моря, Черного моря. Люди отдыхают, наслаждаются, а я прощаюсь с гостеприимным народом Грузии. До свидания, Грузия, до свидания, Батуми. Все, теперь 15 километров надо крутить нам. Эх ты, пришла, кушать захотела, да? Не только что я раздал. Столько собак голодных ходит, а? Здесь вообще много. Много. Если были? Конечно. Столько собак кормил я. Не знаешь, как тебя зовут? А? Ох ты, поласкаю тебе хоть, ладно. Голодная, да? Все раздал я. Только что раздал. Пес. Где живешь? А? Силы нет у тебя? Хозяина нету? Я бы тебя забрал, но не успел. Жарко, да? Жарко. Дело сообщества, наверное, Грузии. Нет. Или россияне? Россияне? Поздравляю. А вы откуда? Я с Узбекистана. Вон. Увидели, обратили внимание. Муслима Магомаеву посвятил шелковый путь. Молодцы. Меня зовут Курсант, обозначает радость. У нас россияне отдыхают. Конец, финиш уже. Ух! Закончили. Откуда стартовали? С Тбилиси. Тбилиси через всю Грузию. Сванетия. Давайте. В Ташкент отправлю. Давайте сейчас. Самый старший тренер вы, наверное. Да у нас тут демократия. А? Демократия. Ну вы бывшие спортсмены, наверное. Да нет. А я не спортсмен, нет. Я вот певец я. Ничего себе. Оперный певец, могу здесь вам доказать. Давайте, рядом становись. Физкульт, физкульт, привет. Земля, Тяньшань, по миру, по шелковому пути. Вот я, наконец-то уезжаю из города Батуми. Но вот только что, увидев спортсменов, россияне подъезжают и говорят: физкульт, привет. Я смогу держать в ладонях солнце, я пройду сквозь годы времена. Это так пел великий народный артист СССР Муслим Магометович Магомаев. Я завершаю свой шелковый путь. Страна Грузии. Грузия! Народ гостеприимный, красивые горы, воздух, природа, люди. Меня ждет теперь последняя страна «Шелковый путь» – Турция. Я завершаю финиш и стану. Россияне гидит! Ура! Россияне гидит! Ура! Грузию привет! Привет! Вот так спортсмены должны дружить. Андрей, спасибо. Андрей, я вам не зря сказал. Шестой Андрей меня задерживает здесь. Говорит, не торопись, доедешь до своего финиша. Замечательные ребята, у них всех, о, сколько. В России где вы? Магадан. О, мой друг там, Рамиль Зиядов, в Магадане. Ой, ребята, ну ладно, до свидания. Давайте, будьте здоровы. Живите долго, крутите педали. Корода кари, хероди, аргаи панта дарди, арада кете батиди.
Ты пробуй, ты тхай.